120 воспитанников военно-патриотических клубов из города Анапы, Каневского, Красноармейского и Славянского районов приняли участие в турнире по стрельбе из пневматического оружия «Юный снайпер». Будущие воины должны уметь хорошо стрелять. Эту истину не на словах, а на деле подтвердили участники соревнований, которые прошли в Славянском электротехнологическом техникуме. На торжественном открытии собравшихся приветствовал заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, который пожелал ребятам удачного выступления. Сегодня здесь не только уважаемые преподаватели, школьники, студенты нашего Славянского района, есть наши гости с ближайших районов. Очень приятно, что находите время и поддерживаете инициативу нашего района и принимаете участие в данных соревнованиях. Безусловно, мы сегодня будем надеяться, что каждый из вас будет лучше, но соревнования показывают, что есть сильнейший. Участники соревнований были настроены по-боевому, стараясь продемонстрировать хорошее качество стрельбы. Мы, команда Темрюкского района, приехали показать свои знания, навыки и умения. Стремимся к победе, но также желаем всем удачи. Пусть победит сильнейший. Все было организовано очень четко. Ребята состязались в стрельбе из пневматического пистолета из положения стоя. Стреляли стоя из пневматической винтовки с открытым прицелом. Также стреляли из винтовки по мишенной установке «Биатлон». Была и комплексная военизированная эстафета, в которой победила команда Славянской 12-й школы. В общекомандном зачете первенствовали ребята из 48-й Черноярковской школы. На втором месте петровчане из 29-й школы, и замыкают тройку призеров представители Каневского района.